Хоккеисты «Кристалла» начнут подготовку на 8 дней позже. Первая тренировка была заявлена на 4 июля. Однако дату пришлось перенести почти на неделю. Перед тренировками необходимо пройти глубокое медицинское обследование игроков. Чего не произошло из-за отсутствия средств. Как пояснили ситуацию в Министерстве спорта, оплачивать процедуру должен сам клуб. Руководство попыталось найти поддержку в ведомстве, но и там необходимой суммы найти не удалось. Углубленный медицинский осмотр обходится порядка 2500 на человека. 25 человек сейчас вот проходит углубленный медицинский осмотр, то есть это порядка там 70 тысяч рублей. То есть, в принципе, средства небольшие, и я думаю, что клуб сам в состоянии был найти такие средства на то, чтобы их начать. Но сейчас пока они это сделать не смогли, поэтому министерство подключилось, и мы договорились с врачебным диспансером. Они пошли на то, чтобы сделать этот осмотр сейчас в долг пока.